Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на Ялтинском кольце. Это 8-й этап трассы Таврида. Тоже очень интенсивные работы здесь происходят. Давненько мы с вами здесь не были. Давайте посмотрим, как и чем здесь занимаются. Вот мы сейчас с вами видим дорогу, идущую в Симферополь. Это вот будет основной ход дороги Симферополь-Севастополь, которая пройдет именно в двух тоннелях, которые строятся открытым способом. Ну и мы делаем поворот и выходим вот на трассу, на основной ход в сторону Севастополя. Видим, мы здесь вот подготавливают ложе для водопропускной трубы. Вот труба уже тут рядышком лежит. Такое серьезное мероприятие здесь происходит. Ну, возможно... Вот видите, дорнитом здесь застилают. И вот труба такая. Уже вот уложена, обвязана. Но под нее вот сделали такой желоб. В нее будут укладывать. Уплотнили грунт здесь. Это вот основной ход дороги Симферополь-Севастополь. Работы идут на всем участке. Здесь... Ялтинском кольце. Вот обратите внимание, видите, как красиво все делают. Но основные работы, конечно, идут на двух тоннелях, Т1, Т2. Вот ближний к нам это Т1, а дальний вот Т2. Два тоннельчика. Сейчас в основном работы идут по обустройству монолитной плиты основания и подпорные стенки. Армируют, бетонируют, набирают опалубку и бетонируют. Вот мы сейчас видим с вами впереди земляные работы, уплотняют насыпь дороги. Вот плавно она выходит вверх из тоннеля. И здесь вот уже на переднем плане видим, лотки сделали водоотводные, подготовку сделали, забетонировали. И дальше за армированную вот плиту основания начинают бетонировать. Вот мы с вами как раз удачно попали. Стоит бетононасос, примеряется. Ну, пока еще бетонирование не начал. Видим, что... Вернее, вот машина уже ушла. Миксер ушел с бетоном. Вон, видите, поехал. И ждут очередной. Вот очередной вон подъезжает. Здесь такой... неразрывный технологический процесс идет, потому что нежелательно под бетононасос, надо бетон подавать без перерывов, ну, чтобы он в трубах в бетононасосе не стал, да и вообще плиту забетонировать сразу одним, как говорится, заходом. Вот так здесь все выглядит. Слева, справа набирают опалубку подпорной стены. Это вот ближний к нам тоннель Т1. 18 метров длина каждого из тоннелей. Их всего здесь два. И делают открытым способом. Видите, как удобно. Пульт управления. Стоит оператор с бетононасоса. Вот спустился вниз. И прям непосредственно в гуще событий. Обычно их можно еще часто заметить на крыше кабины, стоят и оттуда вот сверху наблюдают. Но этот вот пришел сюда вместе с пультом управления. Ну а здесь своим чередом идет установка опалубки подпорной стены. Работы, конечно, еще много, но очень хорошо ДСК, тверская фирма ДСК работает вот на строительстве этих инженерных сооружений на 8-м этапе. И мы вот наблюдаем с вами, там бетонируют основание, здесь устанавливают опалубку подпорной стены, подготавливают ее тоже к бетонированию. Ну а дальше идет армирование. Собственно говоря, это на двух тоннелях и происходит. Вот здесь особенно хорошо видно, люди одеты, потому что температура воздуха на момент съемки всего лишь плюс 1,5 градуса было, ночью до минус 2-3 доходило. Так что вот и в Крыму похолодание такое. Насколько долго оно будет, ну, посмотрим, поживем, увидим. Так, ну а мы двигаемся. Вот здесь пройдет сверху тоннели, видите, это Т1 дорога, здесь будет кольцо.
разворотное кольцо. Это второй уровень будет. Основной ход Симферополь-Севастополь пойдет вот по тоннелям и будет выходить в сторону Севастополя на улицу Сапун-Горская. Ну а здесь то же самое. Вот здесь обратите внимание, в предыдущем нашем ролике отсюда вот труба, видите, торчит с правой стороны коммуникации. Здесь такой был земляной вал сделан. С обеих сторон к нему подходили, делали подготовку, а его не трогали, потому что не было еще переключения. Но сейчас уже вот переключили ее, отрезали, и работы идут. Вот так бы в Керчи с ВЛ-110. Но опять же, это очень сложный вопрос. Линия, высоковольтная линия электропередач намного сложнее. Вот труба, хорошо мы ее видим. И вот здесь такой вал был земляной, гребень. Его не трогали, с обеих сторон к нему подходили работами. Ну а сейчас уже вот и убрали достаточно быстро. Как только переложили, переключили, и все, вперед из песни. Ну а мы с вами здесь подробненько вот полетаем, посмотрим. Теперь с этой стороны тоннельчик посмотрим. И будем двигаться дальше. Конечно, здорово смотришь, вот даже глаз радуется, как идут работы здесь. Вот именно на Ялтинском кольце, да, собственно, и на всем восьмом этапе трассы Таврида очень интенсивно работы идут. Не зря пообещали, что пораньше сдадут в эксплуатацию полностью весь восьмой участок. Представляете, какая шикарная дорога будет. Это вот мы подлетели с вами к тоннелю, ко второму тоннельчику Т2. Ну, здесь, собственно говоря, то же самое, такие же работы идут. Армирование плиты основания, бетонирование и подпорными стенами занимаются. Вот так здесь плавненько наверх выходит дорога. И на нет сходят, вот подпорные стены будут сходить. Заармировали очередную захватку. Ну, здесь вот строительный мусор убирают. Еще водоотливы надо сделать. Здесь, видите, канавку водоотливную тоже бетонировать. Ну, а здесь разобрали полностью, демонтировали старую дорогу. А вот улица пошла в сторону Севастополя. Это улица Сапун-Горская. Вот именно туда и будет выходить тоннель. Ну, собственно, если вот сверху посмотреть, он так и идет направление, видите, с легким поворотом, с радиусом дорога. Ну, а теперь давайте общий такой пролетик сделаем вдоль тоннелей. Очень красиво, дорогие друзья, посмотрите, как это выглядит вот теперь сбоку. Непосредственно в процессе поучаствовали с вами. Конечно, все вот когда начинает потихонечку вырисовываться и понимание приходит, как все будет выглядеть здесь, ну просто глаз радуется, я вот не устаю повторять. А это вот дорога впереди, это на Сапун-гору пошла. Видите, там тоже идут работы. Ну, впрочем, мы сейчас сделаем полный облет по всей дороге и посмотрим, какие еще работы ведутся. Основные работы, как я уже сказал, на тоннелях. Вот сейчас здесь на этом плане мы видим, опалубку устанавливают, очередную захватку подпорной стены. Но это заправка, вот ее до сих пор еще пока не разобрали, не демонтировали. Хотя она уже не функционирует. И вот мои любимые сочлененные самосвалы Volvo, вот они здесь работают. Облетаем мы этот участочек. А вокруг виноградники, индивидуальные жилищные массивы. Вот здесь некоторые дома тоже, конечно, попали в зону строительства и были снесены. Ну, соответственно, компенсацию жители получили. Ну, а мы с вами теперь вот по всем дорогам сейчас поворачиваем направо. Это дорога в сторону Сапун-горы. И видим мы здесь тоже пока вот такую загогулину сделали для того, чтобы на основной дороге, которая пойдет на Сапун-гору, уложить вот водопропускную трубу. Видимо, ее уже уложили, отсыпали, но не до конца еще. Вдоль дороги тоже занимаются работой коммуникации. Я помню, здесь вот перекладка тоже была.
Пока все по временной схеме, но хочу я вам сказать, движение особо не стопорится. Тем более вот сейчас, после окончания курортного сезона, машин поменьше стало. Хотя я сильной разницы не заметил в количестве машин. Конечно, меньше стало, но не так прям вот критично меньше, что прям вот одна машина в час там проезжает. Достаточно много автотранспорта. Вот она, эта труба, такой вот видок у нее вблизи. Ну, а мы двигаемся дальше. Вот с этой дороги выходим на такую вот кольцевую дорогу, которую по временной схеме здесь сделали вокруг строительства тоннелей. И двигаемся в сторону вот Севастополя, в сторону улицы Сапунгорская. Вот если повернуть там направо, уходишь на Севастополь. А если повернуть налево, это вот дальше едешь, можно попасть на дорогу в Ялту и выйти опять же на дорогу в Симферополь. Здесь, как мы видим, вот дорога с левой стороны в зоне строительства полностью уже ликвидировали дорогу существующую. Такие горы здесь грунта насыпали. Сейчас его вывозят. Вот мы с вами поворачиваем. И двигаемся по дороге в сторону Ялты. Посмотрите, слева у нас тоннель, вот как раз, видите, вот хорошо здесь видно, как он будет выходить. Ну, мы сейчас берем правее и двигаемся на дорогу в Ялту. Вот про эти горы я вам хотел сказать. Когда успели. Ну а там вот видим, работает бульдозер, экскаватор, самосвал подъезжает и уже вывозят отсюда вот этот грунт. Ну, скорее всего, куда-то уже везут на подсыпку. Большой участок, 8-й, там выемки большие, подсыпки тоже. И вот все идет в дело. Такой более хороший, стабильный грунт. Его, конечно же, используют для обратной засыпки. И вот мы видим, вдаль уходит дорога на Ялту. Кому нужно на Ялту направо, ну а кому нужно дальше на Симферополь, это вот по кольцу. Ну, кольцо такое, оно относительное. Движение, видите, пошли самосвал и дорога на Ялту. А вокруг, вдалеке, как мы видим, вот виноградные плантации. Конечно, когда здесь вот все это закончит, всю работу восстановят, рекультивируют территорию и вернут хозяевам вот под виноградники место, где сейчас вот проходят временные дороги. Ну, тут в принципе немного занято, но все-таки занято. А это вот основной ход дороги с Ялты. Здесь уже вот уложили асфальт, пока так вот начали писать неровно, но это всего лишь как подготовка сделана. Это вот дорога с Ялты. Как раз здесь сверху будет кольцо, и можно будет на кольце развернуться и поехать в нужном вам направлении. Ну, мы продолжаем с вами двигаться по дороге. Вот сейчас мы с вами двигаемся на Симферополь. Пролетим над заправкой. Вот впереди мы видим вдалеке Балаклавская ТЭЦ. И здесь вот идут работы уже земляные, подготавливают дорожное полотно. Поднимемся повыше и теперь с высоты посмотрим на весь объект Ялтинского кольца. Ну, здесь, в принципе, уже говорить и нечего. Посмотрите на красоту. А я буду на этом заканчивать, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Спасибо за поддержку канала. Всего вам хорошего и до новых встреч!